Отлично сработано, сэр. Благодаря этой операции на Редстоуне мы вылезли из долговой ямы. Почему Тош на борту? Он хотел поговорить с вами лично, сэр. О том, чтобы вести дела вместе. Ты собираешь о нем данные? Конечно. Никакой он не пират. Ходят слухи, что он беглый призрак. И до тех пор, пока не сбежал, был одним из лучших наемных убийц Доминиона. Теперь Менгск ненавидит его так же, как и вас. Парень начинает мне нравиться. Но все равно лучше за ним присматривать. Да, сэр. Ну что ж, всем снова привет, с вами снова я, и мы продолжаем смотреть интересности на моем канале, в данном случае StarCraft, и еще одна часть. Поехали! Слышал о парне по имени Габриэль Тош? Только слухи. Говорят, он участвовал в секретной программе по подготовке призраков особого назначения, а потом вроде как съехал с темы и ударился в бега. Я бы с этим Тошем держал ухо востро. Зазеваешься и привет. На тот свет. Я уже сталкивался с беглыми призраками. Главное, чтобы они не работали на Менгска. Донни Вермиллион, UNN. Ваш первый, единственный и последний оплот правды. Сегодня наш корреспондент Кейт Локвелл приоткроет завесу тайны на двойной между отважными призраками и безжалостным невидимым противником. Спасибо, Донни. Сейчас рядом со мной находится главный доминионской программы. Насколько нам известно, вы и ваши ведете за группой. Расскажите об этом подробнее. Кейт. Некоторые данные я раскрыть не могу, но в целом ситуация такова. Его не уйдут от их произойдет от. Я думаю, что граждане Доминиона могут спать спокойно. Ведь служба безопасности всегда стоит на страже их покоя. С вами был Донни Вермиллион, специально для UNN. Ведь служба безопасности и Кейт Локвелл... матерятся как сапожники. Ну ладно. По крайней мере, именно на это все это было похоже. Что ж, зайдем в лабораторию, посмотрим, что у нас нового. Там что-то точно завезли. Итак, доктор Хэнсон. Из чистого любопытства я провела исследование минералов с Редстоуна. Думаю, вам будет интересно узнать, что я нашла следы Джория. Редкого минерала с уникальными свойствами. Я весь внимание, док. О каких свойствах речь? Джори резонирует на частоте определенных мозговых волн. В теории его можно было бы использовать для стимуляции мыслительной активности. Или даже для развития у людей псионных способностей. Интересно, на кой черт Тошу понадобился Джори? Не знаю. Личность установлена. Рейнер. Джеймс. Круто. По-моему, мы это смотрели. Так, здесь Прион лично уничтожил ее. На время хранения поместил кристалл соляной раствор, бла-бла-бла, он заменяет выкинуть кристалл мусорный шлюз. Мы это читали, по-моему, и то, и то. Что у нас прибавилось? У нас прибавилось, собственно, зергов, но прибавилось недостаточно. Тут как бы есть 5 стадий, типа того. Прибавление. Да. То есть, нет. В общем, но... Короче, я понял. Теперь у нас на корабле еще и пираты. Качинский, произведи опись ценного имущества. Так, дальность стрельбы головореза увеличивается на 1, наносимый урон целям в легкой броне увеличивается на 3, противопехотные бомбы с большим радиусом поражения. А техника нам осталась такая же. Я вот думаю, что нам понадобится, скорее всего, эти штученцы, очень-очень классные они. Да. Вот, здесь мы все улучшили. Здесь мы тоже вроде все улучшили.
Можем выходить. Пусть у нас денежка пока побудет. Так, кают-компания уже была, да, нет, да, мы мостик пойдем. Вот и наш бравый командир. А мы с тобой хорошо сработались. Что ты здесь делаешь, Тош? Ты получил, что хотел? Или у тебя есть другие предложения? Да, есть одна работенка на Белшире. Как раз для нас с тобой. Интересует? Может быть. Хотя что мне до этого? Пиратство не мой профиль. Всякий знает, что Рейнера хлебом не корми и дай подложить менгску свинью. А я могу помочь тебе в этом. Помочь, как никто другой. Что ж, я подумаю. Считай, что ты получил временную прописку на Гиперионе. Поговорим позже. Вы, наверное, хотите поговорить с нашим гостем. Возможно, у вас даже есть желание попросить его с мостика. Уже поговорил. Революция потихоньку набирает обороты. И у нас теперь овер до хрена различных миссий, которые мы можем выполнить. Белшир. Протосы добывают на Белшире редкий газ, который они называют дыханием жизни. Они считают, что этот газ им дарован богами. Мы называем его тирозином. Если знать покупателей, этот газ можно толкнуть за целое состояние. Конечно, протосы перережут нам глотки за посягательство на свою святыню. Но, по крайней мере, попытаются. Не, давайте все-таки пойдем в Мелтвердский порт. Нам пока что не удалось получить доступ к данным, записанным адъютантом Старсониса. Однако у нас есть один знакомый эксперт по взлому кодов Конфедерации. Полковник Орлан. По нашим данным, Орлан до сих пор базируется в притоне наемников в Мертвецком порту. Ненадежный тип, но он единственный, кто сможет взломать этот код. Да, пойдем сейчас сюда, потому что гавань я точно не хочу. Это сейчас там будет стычка либо с зергами, либо с протосами. Уж не помню, кто из них страшнее. Ладно, на самом деле там будет немножко другое, но суть не меняет. А вот что на Ксиле, я, кстати, не помню вообще. Поэтому пойдем просто в Мертвецкий порт, возьмем наших любимых ребят-стервятников, как бы, и будем страдать фигней. Мертвецкий порт. Сидеть тут и ждать вести рискованно. Наемники — буйная публика. А Орлан наверняка не торопится с расшифровкой. Да, у меня тоже нехорошее предчувствие. Входящее сообщение. Джеймс, Орлан расшифровал твоего адъютанта и теперь планирует продать сведения Доминиону. Там, наверное, что-то очень интересное. Он попросил меня отвлечь вас, чтобы сделка прошла без лишнего шума. Очень мило с твоей стороны, Мира. Но зачем ты мне все это рассказываешь? Как это зачем? Вы с Мэтью гораздо симпатичнее Орлана. Предложите мне столько же, сколько он, и я помогу вам разделаться с этим старым жуликом. Орлан платит минералами. Такое же условие я ставлю и вам. Договорились. С тобой всегда приятно иметь дело. Не тяните. Если Орлан заплатит раньше, придется помогать ему. Ах да, еще. Передавай привет Мэтью. Спроси, чего не звонит. Природных ресурсов здесь почти не осталось. Если мы хотим нанять Миру раньше, чем это сделает Орлан, придется искать и перерабатывать промышленные отходы. Считаете, ей можно верить? Она же наемница. Поможет тем, кто раньше заплатит. Так, приземляемся, радуемся жизни, все круто, ура! А? Есть! Так, парни, я заключил сделку с Мирой Хан. Пора за дело, нужно вернуть адъютанта. Так точно! Конечно, нужно вернуть адъютанта. Так.
Гелионы, конечно, эта хорошо. Эта планета уже давно служит свалкой для пиратских кораблей. Собрать здесь ресурсы для мира должно быть довольно просто. А! Чего пугаешь? Ну да, конечно. Надеюсь, будет все круто. Я уже заждался. Так. Почему бы и не? Пристройка. Ребят, наши пока посылаем. Здесь они не справятся. Пристройка завершена. Промышленный мусор. Здесь есть реликвии. Вас понял. Давно бы так. Детство. Так. Отлично. Оп-оп-оп-оп. Круто. Жду не дождусь. Входящее сообщение. Оставила для вас с Мэттом небольшой подарок. В прошлый раз так и не смогла отдать. Черт, Джимми! Это что, стервятники? Острый глаз у тебя, Тайкус. Мы можем использовать их, чтобы заминировать подходы к нашей базе. Утилизаторы производят металлолом, который мы можем переработать на ресурсы. Позже пройдитесь по этому участку еще раз. О! ТСМ готов! И это все? Тему понял. Да, так. Еду. Скорость в крови. ТСМ готов. Легко. Высылайте подмогу! Дорога зовет. База хорошо атакована. И там на базе все вроде ничего ТСМ особо готов нету. Скорость есть, в да крови. Да, еду. Хреново. СМ готов. Так, СМ-ки давайте-ка почините-ка моих ребяток. А? По-шустрому. СМ готов. Все, замечательно. Надо как-то разрушать что все дело. Задумал? Дорога зовет. Смерть на пороге. СМ готов. Завожу. Поехали. Так. А! Чего пугаешь? А-па-па-па-па-па-па. Будет сделано. Требуются дополнительные хранилища. И это все? Требуются завожу дополнительные хранилища. Поехали. Тему понял. Требуются дополнительные хранилища. Да, еду. Так. Что теперь задумал? Дорога зовет. И это все завожу. Отлично. Поехали. Много понял мусора получили. Может, поможешь база мне атакована. Да, опять на базу напали, серьезно. На пороге. Ай, больно было. Ну чё там, СМ? СМ готов. Поехали. Так. Что происходит? Опять чиним. Давайте, ребята, не тужите. Чините. Вам не нужны. СМ готов. Так. Что мы здесь делаем, кроме усиления? Завожу. Поехали. Смерть на пороге. СМ готов. Нужно построить вот так вот. За твой счет. Кого подлатать? Завожу. Поехали. Да. Так, хорошо. Вернешься потом назад. Тоже еду вернешься назад. Есть работенка. И ты, конечно, тоже вернешься назад. Так, ты 3, ты 5, ты 4, ты. Все. Завожу. Поехали. Дорога зовет. И это все? Легко. Хорошо. Тему понял. Скорость в крови. Хорошо. Завожу. Поехали.
Белова. Смерть на пороге. Все замечательно. Быстро выносим его в вазу. Ну чё там? Отлично. Легко. Тему понял. База атакована. Дорога зовёт. Да, мать твою, лететь. Что ти? Я же вроде только от тебя отбился. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. Ребяток-то моих не трогайте, пожалуйста. Пасть в крови. Месторождение минералов. Так. В принципе, давайте тоже перестроим его вот так вот, чтобы он производил больше одного за раз. Месторождение минералов выработано. Да. Так, возможно, вот здесь что-то, кстати, есть. Смерть на пороге. Да, тему отлично. Тему понял. Чего нужно? Месторождение выработано. Следующее месторождение будет здесь. Сейчас мы... перестроимся, на самом деле. Можно уже вот сюда вот вылетать. Даже вот так вот, наверное. Месторождение минералов выработано. Смерть на пороге. Месторождение минералов выработано. Так, перелетаем. Недостаточно виспена. Что на самом деле тоже на! Надо бы перенести. Чего тебя пугаешь? Может, поможешь мне? И это все? Бегом! Смерть на пороге! Вас понял! Вооружен и об... Так, ты допроводи последнего юнита. Я уже заждался! Кому на... А? Чего пугаешь? Здесь ставим тебя. Было, кстати, здесь газ, блин, добыть, я что-то лоханулся как-то, ну ладно. Улучшение завершено. В принципе, учитывая, что я практически ничего не строю из газа. На пороге. Давно бы так. Так точно. Бегу. Так, великий кросс, мы все нашли. Шикарно. Пристройка завершена. Это первая часть миссии. Еще бы. Когда мы просто-напросто помогаем. Жду не дождусь. И делаем, так сказать, выбор. Давно бы кому так. Из. Будет сделано. Так точно. Приказ получен. База О. атакована. А это так наемники нет. мира, кстати. Я уже заждался. Блин, как-то против огнеметчиков огнемет не очень хорошо работает. Может, так. поможешь мне? А, чего? Кому навешать? Еще здесь бы. Еще есть минеральчики. Конечно. Здесь есть минеральчики. Вас понял. В принципе, уничтожив три вот эти базы, мы как бы можем спокойно дальше ходить, потому что не будет нам никакого фактического сопротивления. Опять же, повторюсь, на всякий случай, фактически не будет, то есть оно имеет место быть. Ладно, Мира, мы оба знаем, что ты бессовестно заломила цену, но мне все равно придется тебя нанять. Я вся ваша, Джим. Как хорошо, что вы с Мэтью оказались проворнее Орлана. Ах ты, маленькая! Я покажу тебе, что бывает с предателями. Говори. С удовольствием. Пристройка завершена. Конечно. А, нет, стервятник, ты умер. Нет, 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 нет. Какая жалость. Победа наша. Смерть на пороге. Нас тут выносят. С удовольствием. Жду. Так. Отлично. Они идут к нам на базу.
База атакована. Неподходящее место для посадки. Нет, отстаньте от моей базы, сволочи. Есть. Завожу. Так, ладно. Месторождение минералов выработано. Будет сделано. Теперь минералов у меня, в принципе, более-менее дофига. База атакована. Отлично. Завожу. Поехали. Бегом! Ой, зря, ой, больно будет, ой, больно будет. С удовольствием. А что? Я могу даже сам уничтожить свои хранилища. Месторождение минералов и без вас. Давай, веди меня. Так, ладно. Месторождение минералов опять-таки выработано. Это есть большой минус. В принципе, благодаря мире у нас неплохо добыча идет вот здесь. Минералов выработано. Есть смысл туда послать наших ребят. Так, а здесь мы будем производить все-таки наших стервятников. Вооружен и опасен. На все мани, так сказать. Здесь завод у нас, здесь это. Все, короче, у нас есть все, что надо. Поехали. В принципе, сложим танк. База атакована. Я готов. Ой, ребят, ну это не в тему. Месторождение минералов выработано. А что? А? Техника, конечно, покоцанная. Завожу. Поехали. Ну, думаю, я справлюсь. Что у тебя на уме? Выдвигаюсь. Так. Отлично. Уничтожим все это к фигам. Конечно. Завожу. Поехали. С удовольствием. Коварно. Вот это мне нравится. Отлично. Так. Завожу. Поехали. Обнаружил. Я отправил тебе подарочек. Довольствием. Да пожалуйста. Конечно. Пойду пока прогуляюсь. Победа наша. Так, ладно, заводы сюда. И вы будете на троечку. Раз, два и три. Будете на двоечку. Сделаем вот так вот. Говори. В принципе, думаю, здесь нам всего достаточно. Прилетаем вот сюда. Вооружен и опасен. Завожу. Кругом враги. Нет, ты убит, ты убит, ты убит, ты убит. Как же жить теперь? Коварно. Отлично. Так, Кто на новенького? В принципе, все окей. А мне единственное нужно создать парочку. Есть. Да, да. Будет сделано. Как скажешь. Пути. С дороги. Вот как-то так. Завожу. Поехали. И это все. Жду. Так, там же я, кстати, начал усовершенствовать, по-моему, да? Да. Все, в принципе, думаю, можно выдвигаться этой более-менее такой веселой армией. Если я даже чинить ее на самом деле не буду. Ну или как вариант, сейчас может атака пройти, и я пойду уже на них. Смерть на пороге. С удовольствием. ТСМ готов. Завожу. Поехали. Довольно шустрые у нас отряды, поэтому просто прорываем вперед. С удовольствием. Смерть на пороге. ТСМ готов.
Отлично. Отходим. Режим готов. Все понятно. Так. Режим готов. Смерть на пороге, уже почти на подходе. Бегом, Ар! Вооружен и опасен! Ну еще вроде даже танки целы. Так точно! Вот эти бункеры на входе тоже раз выломаем. Я уже заждался! Приказы будут? Окей! Смерть на пороге! Кто на новенького? Так. Смерть на все, пороге. В принципе, я думаю, нормально будет. Заставим их интеллект. Вооружен и опасен. Давай, удиви Доминионец меня. Единственный. Улучшение завершено. Кому навешать? Готово. Ладно, ладно, сдаюсь. Забирай своего адъютанта. Я мог бы оказать всему миру неоценимую услугу и прикончить тебя, Орлан. Жаль, но мне еще может пригодиться твоя помощь. Мира, сделай одолжение. Присмотри за ним. Конечно, Рейнер. Я присмотрю за этой гадюкой. Причем совершенно бесплатно. Как-то так, ура! Уничтожь площадь митинга стервятников. С ножом угорной несложностью ветеран строить КСМ до заключения контракта. А, не строить. Ну, то есть, короче, проиграть, я понял.